как подключить однофазный электродвигатель. То есть соединить обмотки, чтобы он заработал от сети 220 вольт. Для этого вот у нас мультиметр, и сейчас будем находить обмотки. Тут две обмотки, рабочая и вспомогательная. Двигатель конденсаторный. Включаем сопротивление на 200 Ом. И начинаем искать обмоточки. Вот, прозваниваем сначала вот одну. Не звонит. Вторую. Пару проводов. Сопротивление 1,6 Ом. Тут звоним. Не звонит. И вот здесь звоним. 1,6, значит, одна обмотка. Тут две обмотки. А другая 3,5. Значит, вот это у нас вспомогательная, вот они. А вот это у нас рабочая. Всегда на рабочую будет обмотку сопротивление меньше. Поэтому мы на нее будем цеплять 220. Это вот у нас конденсатор. Давайте проверим исправность еще. Между собой обмотки звонят или нет? Между собой они не должны звонить. То есть мы нашли, вот она. Вот она отмечена. У1, У2. И Z1, Z2 обмотки. Ну вот, звоним, значит, поставили на 2 килоома, 2000 Ом. Звоним. То есть между собой обмотки не звонят. То есть вот, ничего не звонит. Если звонит, это значит, вот она, обмотку мы просто нашли. А между собой обмотки не замыкают. Все, электродвигатель в порядке. То есть мы вспомогательную и рабочую обмотки мы между собой замыкаем. Соединяем между собой, точнее. Так, вот она клемма. Так. То есть все. Вот она. Теперь напряжение у нас будет, то есть, на рабочую обмотку подаваться. То есть, вот сюда у нас будет 220 вольт. Вот она. Вот сюда и вот сюда. А конденсатор один будет у нас, значит, на свободный провод. Так вот. И все должно заработать сейчас. Можем вот сюда просто положить, чтобы удобнее было контакты соединить. То есть он просто вот прикручиваем болтики. Прозвоним еще обмотки на корпус. Не пробивают ли они между собой. То есть вот сейчас замкнем корпус. 2000 килоом у нас стоит. 2 килоома. 2000 Ом. Вот. То есть это вот корпус показывает. То есть валы, вот корпус я замыкаю, вот показывает. Ну вот сейчас все обмоточки проверим. Вот смотрите на мультиметр. Не должно быть никакого контакта. Вот обмоточка. Вот обмоточка. Контакта нет. Вот. Электродвигатель в порядке. При вспомогательной обмотке между собой закоротить. Вот подсоединяем. Вот мы две обмотки. То есть соединили рабочую и вспомогательную. Вот сюда будет 220. Это вот У1, вот У2. Провод конденсатора это в 220, то есть на У2 вешаем. Ну вот она, перемычка, тут ничего нету, просто, чтобы удобнее было подсоединять. Один, а другой на свободный провод, то есть обмоточки, конденсатор. Давайте разберемся, что я сделал. Значит, я соединил две обмотки, рабочую и вспомогательную, между собой. То есть вот, в общем, то есть У1, это вот провод называется. А тут Z1. То есть вот. То есть две обмотки. На У у нас У1 и У2 у нас будет 220. На 220 один вывод я подключаю, который свободный на 220. То есть вот он на... Подключаю конденсатор. И другой на конец обмотки. То есть на другую обмотку. На свободный конец, точнее. И все, сейчас все должно заработать. То есть вот напряжение у нас на рабочую обмотку, которую мы нашли с меньшим сопротивлением. Подключаем крокодил.
и электродвигатель должен начать вращаться. Гудит сильно. Спасибо за внимание, электродвигатель работает.